Кажуть, що сьогодні суттєво знизилася кількість пологів. Усі поїхали народжувати за кордон. Чи так це? Количество родов, безусловно, уменьшилось. Много беременных уехали. Мы прекрасно понимаем состояние этих женщин, которые находятся в состоянии беременности и понимают, что любая ситуация может случиться. Уехали и рожают за границей. И многие с нами консультируются по телефону, мы выходим в эфир и предлагаем консультации, потому что кто-то находится в пути, у кого-то отошли воды, прямо в пути, кто-то не знает, куда обратиться, мы связываемся по телефону с местными властями и стараемся эти ситуации каким-то образом уладить, потому что порой это беременная женщина там, с ребенком одна, и, конечно, нужна медицинская какая-то консультация хотя бы по той ситуации, которая у нее складывается. У нас уменьшилось количество родов вдвое. Вдвое стало меньше родов в городе, потому что беременные, которые стояли на учете, предполагали рожать, уехали. И, конечно же, мы ощущаем этот голод, и мы очень надеемся, что все-таки скоро эта ситуация опять отыграет назад, и мы будем полноценно работать. Но вместе с тем к нам приезжают уже из Николаева, Херсона и других городов женщины беременные, и мы их здесь родоразрешаем. Это абсолютно бесплатная ситуация для всех жителей Украины, где бы они ни проживали. Они приезжают к нам за медицинской помощью и получают ее в полном объеме абсолютно бесплатно. Кажуть, що через порушені логістичні ланцюжки для позаштатних ситуацій під час пологів немає ні препаратів, ні медперсоналу. Чи так це? В настоящее время нет никаких нарушений в логистических цепочках, поставки медикаментов, медицинском дефиците медицинского персонала в городе Одессе. Я говорю сегодня не только за себя, но и за все лечебные учреждения. Все абсолютно обеспечены медикаментами. Лечебные учреждения работают по протоколам, утвержденным Министерством здравоохранения. Мы работаем сегодня по новой реформе и получаем деньги централизованно, закупаем медикаменты. И первые тендера прошли у нас, это январь, половина февраля. Медикаменты все закуплены, и мы не нуждаемся ни в чем. Прекрасно понимая, что количество родов уменьшилось, расход медикаментов все-таки снизился. Но вместе с тем, я думаю, что жители города Одессы прекрасно видят и понимают, какое количество гуманитарной помощи привезено в город. И мы слышим сегодня с областного штаба постоянно просьбы, пожалуйста, приезжайте, что необходимо, на складе делайте заявки, берите. То есть забота, огромная забота есть, внимание, беспокойство. Но то, что каждое лечебное учреждение города обеспечено, и то, что мы сегодня стоим на страже здоровья наших пациентов, это даже не обсуждается. Персонал работает еще, наверное, с большей самоотдачей. И прекрасно понимает, что необходимо в роддоме находиться самым профессиональным врачам. С определенной периодичностью они дежурят для того, чтобы закрывать сложные вопросы, которые могут возникнуть в период комендантского часа.